Всем привет из Аверят. Сегодня у нас 19-й день инкубации. К сожалению, ночью у меня не было, но уже вывелось 3 цыпленка ночью, и вот сейчас еще один вывелся. Что-то китайский инкубатор какие-то чудеса делает. Не знаю, как в целом по выводу получится. Вот видите, цыпленок там бегает. Но сегодня 19-й день, это нереально рано. Это нереально рано. Единственный мой, так скажем, косяк был, это я температуру с 16 дня нужно было вот 35,7 где-то поставить. Я не поставил, я только сегодня это сделал. Может быть, из-за этого стояло 37,6, если я не ошибаюсь. И еще что мне не нравится, влажность здесь практически не получается регулировать. Практически. То есть либо высокая, либо такая, которая в помещении. Сейчас я вам покажу цыпляточек. Вот они. Вывелись. Три малявки ночью. Но выводы пока делать рано. Подождем пару дней. И там уже будет видно, какие отзывы можно оставить об этом инкубаторе. Пришлось в срочном порядке всех пересаживать вниз. Эти малявки вообще дикошары. Просто дикошары. По-другому никак не сказать. Клюются, руку туда не засунь, выбегают. Таких никогда не было. Я не знаю, что произошло. Но вот эти цыплята, они гиперактивные какие-то. Прямо гиперактивные. Постоянно вот до этого цыплятки, которые были, они боялись там куда-то лишний раз сунуться. А этим, только дай волю, они сразу бегут, клюют, выбегают, там, если падают вот сюда вниз, когда открываешь, там опилки в рот, в клюв, ой, в клюв хватают, из клюва еле-еле достать можно эти опилки. Не знаю, надо вот что-то решать вопрос в конюшне, что ли, их, ну там сетка крупная, пока не решил. Ну так, немножко отвлеклись от темы. Еще раз, вот смотрите, значит, показываю, 19-й день, я только вчера вот яйцо переложил, из ячеек переворот. И вот сегодня ночью процесс начался. Вовремя я это успел сделать. Обалдеть. Ну ладно, мы сейчас на этом прервемся. Потом, когда все выведутся, я еще сниму видео и еще немножко обсудим. День второй. Ощущается проблема избыточной влажности. Во-первых, цыплята мокрые. Ну не липкие, но мокрые. Вылупляется, ну... Понятно, что они мокрые должны быть, но не настолько. Вот в том инкубаторе у меня такого не было. И вывод очень-очень неравномерный. Мне это не нравится. Вот что у нас здесь. Один вертолет был. Пришлось его сразу убрать. По остальным пока не совсем понятно. Надо еще пару дней понаблюдать. Ну, вроде более-менее, но... Я не очень пока в восторге. Посмотрим, что будет у нас либо к вечеру, либо завтра. 20-й день. В общем, надоело мне ждать. Начал яйца вскрывать. Там два, может быть, еще выживут. Они еще не сформировались. В общем, не знаю даже, что сказать. Не пищи. Очень много задохликов. Есть какие-то неоплодотворенные. Что-то не понял я. То ли это неоплодотворенные, то ли это кровавые. Там, не понимаю. Один, значит, был вертолет. Один где-то тут с такой шеей какой-то странный. Ну, вот он, по-моему. У кормушки ползает. Какой-то он не очень хороший. В общем... Или надо набивать руку, или я недоволен, не могу понять. Не сказать, что я доволен этим инкубатором. Может быть, надо его утеплить, еще попробовать, даже не знаю. Сейчас попробую написать продавцу, что он скажет. Ну и, пожалуй, на этом все. Вот такая вот статистика получилась по инкубатору. Статистика какая, даже я ее подводить не стал. Результат, вернее, такой, да, я статистику даже не хочу подводить. Что-то как-то, сколько тут цыплят. Давайте посчитаем, раз, два, три, четыре, пять. Не знаю, в общем, еще непонятно. Что-то мне не нравится, в общем.
Посмотрим, я сейчас попробую написать продавцу, что он мне скажет. А дальше я буду думать, что и как делать. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.